хочу вас обрадовать приятной новостью. Я вам обещал, что последние дни буду радовать только приятными новостями. Предлагающий завод «Азот» Северодонецку, да, полностью под контролем. Воровской, да, международный аэропорт на территории Северодонецка тоже освобожден, да, нашими бойцами Ахмат спецотрядом и милицией ЛНР, да, освобожден из завода «Азот» 800 человек. Это же мирные жители. Я им желаю мирных, долгих лет жизни. Пусть их...